Всем привет, ребят! Вы находитесь на канале Reader Play. Меня зовут Александр. Мы продолжаем проходить исчезновение Итана Картера. Значит, расследовали мы второе убийство. И Итан у нас убежал, судя по видениям, в шахту. И значит, туда мы сейчас и отправимся. Всем приятного просмотра. Мы начинаем. Так. Какая-то тропинка была. По ней и пойдем. Наверное. Так. Так, нет, это не туда, это мы, по-моему, пришли оттуда, насколько я помню. Так, идти, наверное, сюда надо все-таки. Раз такая дорога безобразная. Почему бы не быть дорогой к шахте? Ой, здесь осмотримся. Так. Похоже, не туда я иду. Тут, конечно, псевдооткрытый мир такой. Что могут поведать мертвые? Вы удивитесь, но почти ничего. Мертвые не объяснят, что значит быть мертвым. Они спускаются по лестнице, исчезающей из-под ног, стремясь к яркой поляне памяти, до которой никогда не добраться. Бля, что-то опять туда-сюда. Куда идти-то? Уже назад, может, здесь, а вот сейчас что такое, забраться. Похоже, мы нашли шахту. Вот что ли? А, то мы, кстати, да, вообще недалеко было, я тут столько кругов наворачивал. Да. Значит, вот надо. Как раз я куда надо пришел, как удивительно. Основной вход закрыт. Интересно, не обвалится случаем ничего? Тут как-то опасно так все. В шахтах-то свет даже есть. В шахтах-то обычно еще и с маской надо ходить, потому что всякие газы там выделяются. Респиратором там. Лифт. Ой. Ладно, пусть едет. А тут посмотрим, что есть. Здесь ни хера нету. Ну, и сюда, я думаю, тоже не стоит. Блин. Зря я лифт так отправил. Похоже. Ранение какое-то. Что произошло? Так, в общем, тут лифт мы назад подняли. Сейчас на него спустимся. Зачем его так можно спускать вниз? Это совершенно мне как-то непонятно.
Спускался-то он очень долго. Так, еще раз нас сохранили. Блин, ну что, иди куда хочешь и делай как знаешь. Ну там капец топать-то. Короче, побродить походу придется. Так, еще один лифт, что ли? Вверх. А, вот оно что. Ну, вообще, ох ты. Что-то тут есть. Замок снаружи. Жертва. Коснуться. Пока улик недостаточно. Еще что-то есть. Стойка для кирки. Пусто. Кто-то тут киркой-то, видимо, кого-то и замочил. Ну. Какую-то темноту мне показывают. А, она в этом в воде плавает, что ли, кирка-то? Я, наверное, зря лифт поднимал. Ну-ка, давай еще выше можно, да? А нет, вниз, наверное. А, может, еще выше? Покажи, где кирка еще раз. Не, что я. Видимо, что-то не так делаю. Так, наверное, все-таки, может быть, раньше. Ну, может, не надо ее было поднимать-то. Давай я опустись. Мы пойдем пока поищем что-нибудь еще. Так. Здесь нихера. Тут со стрелками мудить, что ли, можно? Вот тачка. Тут что-нибудь есть. Ну, надо поездить, наверное, как с паровозом. Мыть ноги отпилить. Просто оказалось. Ну-ка, давай, поехали. Да тут... А, наверное, с разгона. Ну-ка. Какая у нас скорость-то вообще? Ну, ништяк. Ну, что там? Куда едем? В общем, нам надо кирку найти, я так понимаю. Так. А, блин. Что надо? Может, как-то прицепить цепь к этому? Дверь вырвать. Ну, ладно, тут что ехать-то вообще далеко. Ух ты. Что-то я осветил. Так, пойдем посмотрим. А вот, кстати, и кирка. Так, ну, учитывая опыт прошлых загадок, надо ее на место вернуть.
Так. Гутер, может, побольше что-нибудь покажешь, нет? Опа. Не говорите, что этажом выше надо будет. Сейчас будем составлять последовательность событий. Так. Начинать-то, я думаю, надо вот как они пришли. По логике-то вещей. Вон тут. Ага. Там взял кирку, наверное, 3. 4. 5. Милая, он, наверное, убежал. Вот правда. Что ему тут делать? Черт. Это, наверное, еноты. Нет. Нет, я так не считаю. Он же просто ребенок. Никого он не тревожил. Он просто нашел какую-то комнату в доме, и все. Наш мальчик — это плата. Нужно подняться. Спящий не должен спать. Это спящий. Я неправильно сделал, что ли? Да, вот это может 5. Это 4. Так, можно это пропустить? Милый, тогда? Он, наверное, убежал. Он же просто ребенок. Неправильно. Это тогда 5-4. А здесь 3, наверное. А. Вот это правильно, да, я так понимаю? 1, 2, 3. А нет, стоп, вот это, наверное, 3 тогда. 4. Это 5. Так может быть. Милая, он, наверное, он же просто ребенок. Итану не сбежать. Спящий скоро пробудится. Мисси, ты себя послушай. Нет, я четко слышу. Спящий дышит внутри меня. Ты больна. Все мы больны. Дейл, что ты делаешь? Ой-ой-ой. Дейл! Что происходит? Я все исправлю. Дейл, ты жалкий трус! Выпусти меня! Спящий хочет восстать! Спящий должен проснуться! Спящий должен проснуться! Спящий должен... Пипец, вот нафига так лифт делать, чтобы это утонуть можно было? Не. Ну все какие-то чокнутые. Чё за спящий? Это как в Дюне, спящий должен проснуться. Там такая фраза была. Так. Ну-ка, веди. Да. А где мама? Я вроде слышал ее голос. Она... ищет тебя. Тебе надо уходить. Иди вон туда. Прямо через воду? Она будто кипяченая. Нет, нет, это просто химическая реакция. Она не кипяченая. Мам! Мама! Где ты? Я поговорю с ним. Уходи. Давай! Пипец. Он не убивал свою жену.
Она уже не являлась той, кем была раньше, как и он сам. Нечто питалось всей этой болью и смертями. Нечто становилось сильнее. Он показал-то, куда нам. Наверное, надо вот так ехать. Выйти, что ли, вообще надо? Так. Наверное, нам сюда. Пипец, и сколько тут спускаться? Ой-ой. Похоже, мы пришли. Если вы видите это предупреждение, не ходите дальше. Если вы видите это... Так, предупреждение, наш ритуал не удался. Если вы видите это предупреждение, ворота к неведомому из глубин остаются закрытыми. Ну, а мы все равно пойдем. Опа. А где... А вот. Мы здесь, да? Да, бля. Тут меня, по-моему, убили. Нет? Ой, где мы? А, вот. Здесь, да? Так, еще карта. Что ли? Ой, блин, зомби. Так, вы бы почаще карты это ставили. Я что-то заблудился уже. Кстати, какое-то тело-то пропустил тут до этого. Пошел в жопу. Где-то карта была. Угу.
Так, это два. Вот я чуть не знал, что трупы-то надо собирать. Сколько их вообще должно быть? Ну, двоих я нашел. Так, наверное. Может, за этим огоньком надо? Так, три. А, то не мертво, что вечно охраняет смерть вместе с вечностью. Порой умирает он. Гнил, когда был молод. Бог знает, сколько эр он продремал. А в земле, где наших заступов металл, и сплит его гранитных высек звон. Блин, шляпа. Не знаю. Чем мне это может помочь? Вон выше можно сходить. А, стоп, это что такое? Что тут зомби всякие появились, блин? А, ну вроде не убивает. А. Коснуться. Что такое? Кстати, одного покойничка-то я так и не нашел, видно. Ой, блин, что так и должно быть или что? Надеюсь, мне гейм-овер какой-нибудь не сделают. Ой, а что надо? Ой. Ой, сейчас утонуть будем. Надо почитать, да. Проклятие неведомого из глубин. Янохианский некромикон. Гордые шахтеры наконец-то нашли его. Однако не все хотели использовать ритуал призыва Найха, неведомого из глубин. Что-то вот, блин, что тут хуху, что здесь какие-то все из-под воды, блин, чудовища. Все по Лавкрафту, что ли, так фанатят. Один из шахтеров понял, что ритуал приведет к затоплению всего мира. И у него не было выбора, кроме как атаковать остальных шахтеров с помощью магических осколков Эльддауна. За это Гайнхих проклял шахтера, который обречен навеки бродить по шахте и запрещать другим вызывать неведомого из глубин, обрекающего мир на затопление. Да, взять. Итан, я же сказал, не ходить сюда! Ну почему ты... Слушай, тут опасно. Я потом прочитаю твою историю. Хорошо? И, пожалуйста, не говори маме, что я здесь был. Ладно? Ну все, давай. Иди домой. А, все у нас. Так, выпустили этой запиской. Так, это мы только что читали. Запрос на разъяснение. Дорогой мистер Картер, патентное ведомство Соединенных Штатов Америки получило ваше письмо 27 января 73 года, в котором вы просили разъяснений по поводу предложенного вами патента за номером там абракадабра. Отклонено нами. Как мы выяснили в вашем предыдущем письме, в вашем патенте нарушаются права уже существующего патента. За последние 16 месяцев
через реестр прошло более 50 ваших патентов. Ни один из них не был принят. И каждый раз вы ставите под сомнение наше решение. Сообщаю вам, что все существующие и будущие ваши вопросы мы считаем официально закрытыми. С уважением, в общем, послали вежливо нафиг. А, есть что у нас пишут? Дейл, забери свои шмотки из нашего подвала и выброси их на помойку. Мне так надоело постоянно натыкаться на твои пожитки в своем подвале. Если не заберешь вещи, то я их сожгу без шуток. Так, и чё? И куда мне идти? Ехать дальше, что ли? Ну что, поехали кататься? Ой, как далеко ехать-то. Куб колес. Паровозик. Паровозик Томас. Ай. Вон там ни хера. Света нет. И света нет, как жаль. Так, походу нам сюда. Лучше не вставать, наверное, в эти штуки. То есть наоборот. Ну, что-то они ничего не делают, так что просто идем тогда. Местами немножко фрезится игра. В долине Красного ручья я ощущаю две разновидности тьмы. Из первой можно выйти, только если тебе повезет. Но другая тьма была глубокой, притягательной, неизведанной. А вот и выход. Она хотела, чтобы я ушел. Ну, что-то хрен знает, какая из них опаснее-то. Да уж, приключенница у нас, конечно, зомби были, чего я не ожидал. Так, в общем, ребят, здесь серию закончим. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Также на другие мои ресурсы продолжим проходить с этого момента дальше. Также буду благодарен, если на ВК Плей подпишетесь, новая стриминговая площадка. Строго, ВССД. Ну, ВК Плей, там даже трансляции сохраняются. В общем, она вроде как будет развиваться, в отличие от ВССД той же. И там что-то ничего не меняется к лучшему. В общем, заболтался. Увидимся в новых видео. И всем пока.